Сегодня у нас еще очередное видео. Для Маргариты это сюрприз, поэтому она сидит с закрытыми глазами. А сегодня у нас будет на обзоре вот что. Открывать можно? Можно. Куда ж ты встала? Плохо видно? Так лучше будет видно. Ну что, открываем? Да. Давай сначала покажем коробочку. Смотрите, это у нас My Little Pony. Как там ее зовут? Принцесса Twilight Sparkle. Угу. Вот чей ее вот называют Искорка. Еще ее называют Искорка. Вот такая вот здоровая коробочка. Ну что, давай открывать. Угу. Ты рада? Угу. Вот такие вот звездочки, которые можно засунуть пальцем. Так. Сейчас увидеть надо. Ага, вот скотч я вижу. Мы будем открывать, открывать. Как ты говоришь, Искорка? Да, еще ее называют. Твайлайт Искорка. Такие вот звездочки. Прикольные. Вот тут целый набор, смотри. Нет, присядь. Я сейчас все достану. Смотри, расческа держи. Она тут привязана примочкой. Сейчас мы все вот мотаем. Помощница. Кто у нас помощница? Я. Молодец. Без тебя бы мы не справились. Пони. Ничего. Ой, оно крыло отпало. Да. Ух ты, да, оно тут привязано очень. Хорошо. Вилочка отпала. Елочка. Вась пристегнутый. Волосы. Попались так глаза. Так, как будто, знаешь, что вот стекла такие вот. Разноцветные. Да. Ну, целое дело, пока ее отковыряешь. О, наконец-то. Крюшка отпала. Готово. Еще здесь дополнительные есть заколочки, что ли. Заколочка. Раз. Папа, а наш эти крылья уже отцепляться и сниматься. Цепляться и прикрепляться. Ну, вообще-то я знаю, конечно же. Смотри, какая у нее грива. Ух ты. Угу. Надо теперь вот эту штучку снять еще. Угу. Когда я на видео смотрю, такие же штучки там были. А, я знаю, разрезать их можно. Так, волосы я уже освободил. Резиночка, резиночка. Вот, тут еще резиночки держат корону. Сама. В общем, получилась у нас вот такая вот искорка. Купили мы это, конечно же, не на Алиэкспрессе, заказывали на Амазоне. На Алиэкспрессе такого я не видел. И еще у нее корона снимается. Крылышки снимаются. Угу. Как ты говоришь, как очки? Да нет, ну как такие стеклышки, когда вот сюда вот. Как опа. Такие стеклышки. Вот тут. Угу. Еще есть, смотрите, у нее ботиночки классные. Угу. Которые, кстати, тоже снимаются. Что такое, не получается? Можно менять, наверное, да? Да, папа, один написан знак. Так, написал. Можно ее переобуть. Так, снег, снег. Знак. Там, это красноту, смотри. Точно, тут написано. Написано Little Pony. А тут написано Hasbro. А тут что написано? Made in China. А тут вот какой-то номер. Как, пускай будет без ботиночек, без ботиночка. Без ботиночек. Кьюти марка. Есть! Кьюти марка есть. Правильно, так угу. Называется она. Угу. Можно назвать еще знак. И крутится у нее голова. Вот такой вот бантик.
красивый. Дай. Дай, пап. И бантик этот, по-моему, на липучке даже. Смотри, оп, смотри. Все. Хвост на резиночке. Пони осталось без аксессуаров. Без ботинок, без плаща и без крылышков. Можно сделать крылышки. Сейчас ее вставить. Вот так вот. Папа, резинку развяжи. Вот так вот. Я не умею эти резинки развяжи. Сейчас забыли на хвосте резинку. Освобождаем хвост. Хвост в беде. Мне как раз нужно освободить. Сейчас. Как тебе, нравится? Угу. Прикольно. Очень нравится. Мне же самому нравится. Угу. Мне бы было кочки заколоть. Смотри, какой у него плащ классный, да? Угу. Тоже весь переливается. Этот плащ, кстати, можно потом на другую какую-нибудь игрушку даже, да? На какую-нибудь мишку или еще на кого-то. Или на какого-то там моего котика. Или на твоего котика. Угу. С которым ты не расстаешься. Угу. Я принцесса Искорка. Наколдую тебе сейчас. Что ты делаешь? Как одевается. Ау. Верно, вот так. Да, так. Красотка. Ля-ля. Расческа. Можно расчесывать. Ничего, рок, наколдуй. Так, так, так. Колдую. Так, так, причешусь. Ботиночки, конечно, тоже такие прикольные. Сокочку надо заковать. Ребята, вам понравилось это видео? Подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Всем пока. Пока-пока.